Аделька, покажи мне ручку. Ё-моё, так у нее же рука на ходу выпадает. Берем. Все работает. Пи, пи, пи. Перед просмотром этого видео я хочу вас попросить, если вы из России, скачайте, пожалуйста, программу VPN и поставьте местоположение Норвегию, Германию, Канаду или США. Это будет огромный вклад в наш канал. Всем большое спасибо за помощь. Сразу предвкушая следующий вопрос, ты что, против России? Хочу вам объяснить. Нет, совсем нет. Я не против какой-либо страны. Я люблю весь мир. Но YouTube внес свои коррективы в связи с некоторыми событиями в мире. И теперь он не платит за российские просмотры. В связи с этим мой доход упал. А YouTube-канал — это моя работа. Пока он приносит мне доход, я буду снимать для вас видео и радовать вас. Как только доход упадет, я уйду с канала. К сожалению, любая работа должна оплачиваться. Чтобы помочь мне заработать на моей работе, прошу вас скачать программу VPN и поставить любую из стран. Норвегию, Германию, США или Канаду. Это будет огромный вклад в наш канал. Мы всех очень сильно любим. Всем привет, девочки! Мы для вас снимаем сегодня новый влог. Мы сидим на очереди, чтобы нас определили наконец-то в больницу. Ждем свою очередь, когда нас запишут и отправят в нашу палату. Ну что ты, Аделечка? Чем-то хорошо. Сейчас с тобой посмотрим палату нашу. Нас оформят, проверят. Если все будет хорошо, завтра тебе уже сделают ручку. Скоро будет две ручки. Смотрите, тут больница вот такой вот бегемотик. Аделька попросилась на нем посидеть. Иго-го! Аделечка, это не иго-го. Ой, слазишь? Ну, аккуратно. Аделька, спускайся аккуратно. Ну что это за истерика такая? Аделька, вставай, пожалуйста. Сейчас уже придет тетя врач. Мы на госпитализацию. Да, я знаю, что вы на госпитализацию. Сейчас я посмотрю вашу карточку. Ой. Так, заключение врача. Ага. Мне надо, знаете, что мне надо написать вам будет. Вот мы запишем с вами тогда. Сейчас это попозже сделаем. Давайте сразу осмотрим ребенка вашего, чтобы его госпитализировать можно было. Очередь такая большая. Ну, да, очередь у нас, конечно, большая на госпитализацию, к сожалению. Так, давай. Вот эта ручка, да? Перелом. Так, дыши. Молодец. Так, хорошо. А можно посмотреть саму ручку вашу? С позволения, так сказать. Так, давай. Ручку снимем с тобой. Ну, вот так вот можно даже. Так, а как бы мне так с тобой тут справиться? Ага, ты встань. Как тебя зовут? Аделька, да? Хорошо. Ой. Так, хочу посмотреть вообще, она у вас там примотана или нет? Да, ага, ну сейчас проверим. Хорошо. Так, Аделька, покажи мне ручку. Ё-моё, так у нее же рука на ходу выпадает. Боже мой, как ее обратно приделать, пока никто не видит. Так, смотрите, у меня тут эластичный бинт есть. Сейчас я еще немножечко ей укреплю, потому что плохо. До завтра нужно, чтобы рука была хорошо зафиксирована. Так вот. Так вот. И... Ой-ой-ой. Так, сейчас. Так, вот все. Одеваем обратно бодик. Аделечка. Так вот. Так вот. Все, садись обратно. Садись. Сейчас я тебе обратно одену кофточку. Давай. Все равно будете переодеваться, скорее всего. Так, дыхание у нее чистое. Смотрите, тогда руку нужно оперировать срочно. Вот. Сейчас мы ей сделаем прививку быстро. Так.
Так, Мария Ильинична, принесли. Давай ручку мне. Ручка у тебя только одна свободная. Даже давай снимем, будем делать в плечо вообще-то. Ч-ч-ч-ч-ч. Ну чего? А, застегнула я тебе тут. Ой, боже мой. Я, конечно, слезы детей просто не могу видеть. Ч-ч-ч, Аделечка, ну не плачь, все будет хорошо. Давай. Быстренько сейчас сделайте и пойдете с мамой в палату, будете ложиться спать. Так. Давай. Чи-ч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 и. Сейчас мне еще как бы тебе опустить этот бодик. Чи-чи-чи. А вот так вот все. Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Посиди спокойно ты, посиди спокойно ты. Чи-чи-чи-чи-чи. Сейчас оденем мы тебе, и ничего не было. Вот молодец. Все, молодчинка. Ты молодец, да? Да, я закрою укольчик. Чик, отлично. Так, давайте теперь, значит, выдаю вот такую вот соску для того, чтобы давать лекарства. Также можете заказать сейчас же эти маркетплейсы, да, развитый измельчитель. Вот, ну это... Так, даю вам это. Раз. Дальше, по поводу таблеток. Сейчас. Анализов. Так, сейчас я вам дам пробирочку. Вы соберете анализы эти. Вот такая вот пробирочка. Видите, вот такая вот она. Сюда. Да, там вот препаратик нужный. Вот сюда вы соберете и сдадите медсестре. Значит, лекарства. Так. Сейчас на каждом лекарстве буду писать. Вот это лекарство. Это чтобы, значит, после наркоза не было у нее ничего с желудком. Так. Три. Может, три раза по одной таблетке. Три раза по одной таблетке. Раз. Дальше. Да, столько вот таблеток. Дальше. А, тоже после наркоза нужен спрей для горла. Спрей. Два раза в день. Так. Два раза в день. И еще. Это последние. Вот эти вот таблеточки. Ну, их три раза в день. Просто запомните. Не буду на них писать, портить банку. Все. Значит, что касается таблеток. Ой, прости, пожалуйста, Дальчик, прости. Ё-моё. Тогда сейчас я оформлю вам карточку. И вы можете проходить в палату, в принципе. Так, а я вам еще не выдала. Сейчас выдам это к этой брызгалке, значит, насадка. Вот она. Так есть, она же использованная. Ну, использованная. Ничего страшного, что использованная. Где я вам возьму новое все? Да. Приехали. Будьте рады тому, что есть. Ты слышала, Мария Ильинична? Ну, приехали в государственную поликлинику. Еще она мне будет возмущаться, что я дала использованный дозатор для лекарства. Ну, вообще, наглость. Так, сейчас будем писать по поводу госпитализации. Плановая госпитализация. Операцию. Так, сегодня у нас какое число? Сентябрь, октябрь. 2024. Так, значит... Дыхание в норме. Прививка поставлена. Операция. Предварительно. На 04.10. Все. Мария Ильинична, идите, повезите их в больницу. Так, вы тут уже расположились. Поднимайте ребенка. Нужно еще на одну процедуру. Пойдемте. Давай вот сюда, Аделька, ложись. Так,
Ложись, я тебе говорю, лучше на этот бачок ложись, потому что такая процедура будет. Ложись, ложись. Все, легла. Так, сейчас будем снимать штанишки тебе. Памперс тоже будем снимать. Так, ну сейчас будем аппаратом проверять ее органы перед операцией. А что вы думали себе, мамочка? Мария Ильинична, ставьте аппарат. Так, пожалуйста, включайте его. Так, сейчас будем его тогда настраивать. Так. Все, что он пыльный такой у них, не понимаю. Так. Берем. Все работает. Пи-п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 и. Так, мамочка, там выпускается камера, и мы смотрим все внутренние органы. Пи-п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 и. Так, камеру, камеру, срочно убираем камеру. Все, 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 все. Успокойся, успокойся, Аделька. Все. Все проверили, все хорошо у нее. Так что можете идти ложиться. Завтра тогда будет операция. Все. Мамашка вообще шизанутая какая-то. Делаю ей тут процедуры ребенку, да? Она не может успокоить ребенка. Я в шоке. Все, можно ее уже забирать? Дайте. Аделечка, ну тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Не плачь, моя хорошая. Можно уже идти нам в палату? Закончены на сегодня процедуры? Ну, как бы все сразу можно делать, а не отпустить под... Пойдем, пойдем. Так, мы уже заселились в палату. Сейчас я положу Адельку. Ложись, ложись. Сейчас я тебе сниму обувку твою. Так, давай. Сейчас переоденемся и будем ложиться на дневной сон. Операция у нас только завтра. Ей еще не делали очень сложные процедуры. Проверяли ее перед операцией. Ботиночки. Девочка моя маленькая. Так, у нас в палате есть телевизор и кондиционер, что не может не радовать. Я вам сейчас покажу, что мы брали с собой. Вот, потому что мы что-то не смотрели. Сейчас я Аделечку покормлю вкусняшком, печенечку. Это няня наша. Звездочка, звездочка, она сейчас вряд ли захочет. Так, сейчас достанем пижамку, переоденем ее, будет она ложиться на дневной сон. Достанем наши игрушечки. Ну, кстати, довольно-таки прохладно. Знаете, хорошо, что я взяла с собой вещи. Я вам сейчас покажу, что я взяла из вещей Адельки в больнице. Я говорю, кто вдруг не смотрел видео предыдущее. Значит, взяла свитерок. Ну, вот мне кажется, в свитере можно и здесь днем играть с детьми, потому что, ну, вот такая кофточка с зайчиками полегче. Еще одна кофточка. Ну, потому что ребенок заляпается, вспотеет, что-то еще, мало ли что. Тем более после наркоза отходить. Дальше песочник, но я что-то сомневаюсь, что он нам понадобится вообще, потому что холодно. Реально холодно. Штанишки спортивные. Вот такие вот штанишечки. В них можно спать, если что, они широкие, очень удобные, тоже после наркоза хорошо будет, после операции. И вот такие вот лосинки с единорожками, очень красивые. Так, это я пока уберу, Аделька лежит. Мне кажется, она засыпает на ходу, я ее сейчас... Налив в поильник нашу водичку с собой мы брали. Вот. Сегодня я с ней, завтра с ней уже будет... А, не буду открывать, так налью. Завтра с ней уже будет няня. Потому что уже, ну, тут я не смогу с ней быть, к сожалению. У меня много работы, мне надо помыть. Налет. Да, лимонной кислотой помыть, потому что, видите, мутный какой-то поильник стал от чая, скорее всего. Взяла водички и попить. Ей кушать сейчас можно минимально. Вот сейчас она покушает еще. А потом уже все. Перед операцией нельзя взять. Поэтому сейчас она покушает водичку с печеницей. Вот. И будем потихонечку, да, готовиться к завтрашнему дню. Я очень переживаю. Что там такое, какие здесь врачи. Сегодня я посмотрела, как ей это все делали. Что-то меня это очень напрягает.
Ну, посмотрите, как она лежит. Она вообще лежит, как неживая. Аделечка. Давай, зайка моя. Ну-ка, садись. Ой, Аделька, садись. Смотри, твоя единорожка. Да? Единорожка твоя волосатая. Надо ей купить единочку. Заплести косичку. А то видишь, какая у нее грива. Мешает ей эта грива. Пупытик. Давай поиграем с пупытом с тобой. Давай. Сейчас, подожди. Я все сделаю тебе. Все. Вроде все. Классный, кстати. Покупала его тогда не задорого. А для, ну, для Лиама. Вот. Держи. Ну-ка, давай. Вот молодец, как у тебя получается. Вот молодец. Фиолетовую давай. Вот. Ой, класс. Вот здорово как. Молодец, Адельчка, молодец. Умничка. Питьки хочешь? Сейчас дам тебе. Держи. Держи, зайка, пей. Пей водичку. Я, правда, не знаю, как я не буду ей давать есть, и как я буду ей говорить, что нельзя ни пить, ни есть. Это, конечно, вообще. А печенье давай скушаем с тобой. У нас уже 15:59, уже время давным-давно спать. Мы только закончили процедуры. Такая тут кенгуру хорошенькая нарисована, маленькая. Давай. Печенюшки вот такие вот. Держи. Ам. Откусила? Вот, умничка. Жуй, жуй, жуй. Кусай еще, Аделечка. Нужно покушать немножко, потому что уже нельзя будет. Один раз она откусила и больше не хочет. Ну, я думаю, у нее стресс, во-первых, в больнице, во-вторых, после процедур таких, да, Аделечка? Ой, ну что ты развалилась? Сейчас будем спать. Давай будем переодевать пижамку с тобой. Переоденемся с тобой. Пожелайте нам, пожалуйста, ребята, скорейшего выздоровления. Вот, да, Аделечка? Делечка же должна быть с ручками. Да? Да. Так. Поднимай ручку. Так, Аделя. Вот так. Наша ножка. Так. Давай другую ножку. Вот она ножка. И ручку одну. А другую у нас еще болеет ручка, да? Сейчас носочки еще наверх оденем тебе на слипик, чтобы тебе было удобнее спать. Иди. И будешь спать. Опа. Давай. Здесь. Давай ножки. Оденем носочки. Вот. Один. Так. И второй. Вот как здорово. Ура! Класс, класс, класс! Будем сейчас с Аделькой укладываться в спадки. Давай, Аделечка. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.